Всем привет! Продолжаем занятия на виолончели. И сейчас мы познакомимся с чудесной пьеской старинной английской «Кукушка». Она звучит так. И здесь ку-ку. В этой пьеске мы будем исполнять пицциката ля и ре. Уже две струны у нас будет участвовать. Ля, ре. И можем немножко даже подвернуть локоточек. У нас позиция ля струны и позиция ре струны чуть-чуть ниже. Да, мы будем чуть-чуть опускаться. Вместе со мной. А теперь давайте, когда будет звучать ку-ку, вы будете играть, а я буду в это время вас слушать. Да. Я буду играть только песенку, а ку-ку это будет ваша игра. Готовы? Получилось? Если что-то не получилось, возвращайтесь по видео назад и можете всегда повторить. Можете поставить на паузу, можете сделать медленней. Нам сейчас технологии позволяют очень хорошо и эффективно учиться. Всем хороших новостей. Увидимся на следующем уроке.